Вон, вот эти мосты прекрасны. Знаете, мне напоминает это толкиновский эльфов архитектуру даже. А, ведь прикольно это выглядит. Красиво. Ой. А я такой, а ну говори, а то сейчас ушатаю этим дайдрическим молотом по твоей тыкве. Выкладывай, что там за слухи такие распространяют про тебя нехорошие. Дамы и господа, привет, с вами сэр Холмс. Продолжаю Morrowind, Tamriel Rebuild. Да что же это такое, так замечательно начал. С небольшого поколбасивания в текстурах. Я на континенте, где-то черт знает где, вообще на самом севере, где я только бывал на континенте, нечаянно тут оказался. Я тут зачистил пещеру с мумиями, там, кстати, оказалось еще копье стеклянное, которое я сразу не заметил на записи. В самом конце прихватил тоже, и надо переночевать немножечко. Тут, в принципе, наверное, безопасно более-менее. К тому же... Да, черт с ним, давайте. К тому же... Level up, да. Сила, привлекательность, конечно же. Сила воли или... Сопротивление магии максимальное. В принципе... Да, наверное, все-таки выносливость. Черт с ней, силой воли. Ну, вы не берите мои слова за правду, я имею в виду собственные нынешние обстоятельства. Так вот, по поводу планов дальнейших, я хотел на самом деле телепортнуться в старый Бингард, но я прикинул, это через половину страны, а потом придется, хоть и кораблями и филдстрайдерами, возвращаться довольно долго, чтобы помочь нашему... незадачливому Данмиру, который тут погибает в этих краях. И я подумал, что каменный кристалл можно, в принципе, поискать действительно здесь, как я и планировал в предыдущем эпизоде, когда только попал в этот город до того, как свалился за его пределы и не смог вернуться. И там наверняка есть какие-то силстрайдеры и так далее до других. А как спуститься-то нормально? Тут никак. Да ладно, чё я, не акробат, что ли? У меня довольно много всего, так что в старый Бингард рано или поздно надо будет наведаться, но часть этого можно продать, часть выкинуть. Тут что-то брал на продажу, в принципе, с моим состоянием это не так уж и можно выкинуть действительно. Вот, наверное, из Тель Раньона можно в Тель Матривру или куда-нибудь в Хел Ним пропутешествовать. Посмотрим. И заодно я бы... О, нормально. Ну, там, конечно, каменный кристалл я вряд ли найду. Так, это ведет на север, это ведет на юг. Вот черт знает. Ну, по моим воспоминаниям, скорее надо идти сюда, чтобы прийти в город. Да, вот, короче, может где-нибудь каменный кристалл в тех краях найду. А, да, еще надо посетить здесь святилище. Ну, то есть место для паломничества. Так. Ага, это, кстати, вот вообще живописные довольно места. Это такие прям корни башни, как будто... Ванской. Опасность. Опять опасность. Ну давай, окей. Что тут опасного? Мне показалось. О, нет! Ничего себе, они тут есть. Может подстрелить одного там? Вроде бы. Насколько я помню, кто-то из вас мне подсказывал, что укрепляют интеллект школы шкурой Нетча. Тель Куада через перевал Раньон, Латанис, Тель Куада, Хел Ним, Фаервотч, Раньон Рун. Мне сюда, короче. О, вот здесь наверняка будет каменный кристалл. Пошли. А Шашаранит. Так, чтоб не колбасило, из приседа выйду. А, у меня и так включено кошачье зрение. Ну ладно. Так, что тут у нас?
нас случилось с тобой? О, денежки давай. Это еще что за краб? Вот только посмотри, это гигантские раки, похоже. А, вот это их мясо я находил. А вы будете на меня нападать? Слушайте, блин. Ну, холодом, наверное, они продамажатся. Привет. Ты на меня, да, нападаешь? Он выглядит как нападающий на меня. Выглядит грозно, но... Поростилус, да? Вы знаете, я вспомнил, что забыл позавтракать. Вот ваше мясо пойдет мне, наверное, восполнить все вот это вот. Орочий шлем. Ну уж не буду брать. Надо запомнить это место. В принципе, запоминать без особой надобности. Так, тут тупик. О, нормальная тема. Короче, тут я разжигаю костер. У тебя ключ, да? Ржавый ключ бесполезный. У меня таких тысячи уже. Это, похоже, какой-то рандомный ключ, вообще ни на что не влияющий. Разжигаю костер. Ну, сейчас только спущусь на землю. Готовлю мясо парастилусов и прекрасный завтрак. Органианский получается. Перекусываем. Но давненько уже желудок пустой. Вылезает много мяса в него. О. Да тут прям пещера со всякой живностью противной. Видимо, каких-то новичков гильдии бойцов посылали сюда с ними воевать. Я уж не могу добраться до этого зелья. Не, или новичков имперского легиона, новобранцев. Пойдите зачистите-ка пещерку. Там всего лишь паразитические насекомые проживают. Бедный... Да что... Ладно. Бедные ребята просто не сделали этого. Вот этот пытался... А вот даже неплохой арбалет у него, призрачного света, убежища. Нет, знаете, слабенькие эффекты. Плащ попеленал, вот мне интересно, это, наверное... Там реально ребилдовская книга. Неважно. Так, хорошо, эти отсеки исследованы. Следов каменного кристалла не обнаружено. Напоминаю, что его я ищу как раз, чтобы излечить того парня. Вот, ну знаете, в конце концов, если ничего не найдется, черт с ним, пусть уповает на себя. Я понял, что вы все агрессивные черти. Так, что тут у нас? Выглядит как чертова ничего. Знаете, мне лень снимать все с себя, я просто... А, нет, с левитацией я не могу сюда. Или что это было? Или могу? Под воду слевитировать не могу, да блин! Кто это, черт возьми? Я не вижу! Невидим... А, это рыба-убийца.
Ну, сейчас ты у меня получишь. На. Так, а тут что у нас? Метательные ножи. О, денежки, давай. Раз уж я их увидел, раз уж курсор у меня наведен. А то вы знаете, я тут перед тем, как записывать серии, так сидел планировать, что дальше делать. А все, как валангист буду. А подожди, тут вообще нельзя тут. Я Иисус! Смотрите. Или кто? Вивек! Мать рыбы. Понятно. Короче, ну там ничего, наверное, нет. То, что я хожу по воде, конечно, это странно. Так вот, планировал, что делать. И заодно так задумался о том, что, наверное, я прекращу собирать свитки всякие на продажу, потому что их продавать неудобно. Денег и так до черта уже. Вот, продолжу пока собирать драгоценные камни, потому что это приятно. Продолжу собирать элементы одежды, вроде дорогих колец и так далее, потому что их еще можно зачаровать, всякое интересно. Так, ну пещера какая-то такая себе на самом деле, никаких каменных кристаллов. Окей, пойдем дальше. Тут вообще приятные такие местности, я не ожидал на самом деле даже. Красиво, довольно красиво. Ну, водоемы. На, ну это речка, да, которая течет как раз с юга на север или с севера на юг. О, ну вот эти мосты прекрасны. Знаете, мне напоминает это толкиновский эльфов архитектуру даже. А, меня преследуют. Отстань, жук. Забавно, что... А, ведь прикольно это выглядит. Красиво. Только вот, а так, есть Силдстрайдер, хорошо. Отлично, великолепно. Да, довольно много таких мостов. Хилнимба, Лойра, Фэрвотч. Так, Латанис только. А на моей карте что отмечено вообще? Вот туда? Угу, то есть там еще поселение, да, есть, Эльквады и Латанис. Это на восток. Ладно, это мне сейчас не столь интересно. Вот Раньон Рун красивый, да. Красиво так на сконе. Теля Раньон, то есть... расположился. Ну, кстати, я, возможно, смогу найти алхимика и в башне. Здравствуй. Yes, sir. Натайя Радасар. Стой, органианин. Дай-ка я тебя осмотрю. Ладно, можешь проходить. Но, Снай, я слежу за тобой. А чё ты такая любезная? Не пытайся даже разломить лёд, Нвах. Я Натайя Радасар, страж входа в башню. И не очень люблю чужестранцев. Ладно. Я уже немного подзабыл с момента прошлой записи, что тут у нас в этом городке есть.
с ней бы я особо тут не любезничал, а просто попытался ее подоставать, поспрашивать, что тут. С кем можно поговорить? Мастер Митрос. Митрос. Это местный лорд Тилуани. Ты можешь найти... Ну, спасибо, я понимаю. Про Телер Аньон что скажешь? Да, ты здесь. Спасибо. Так, про места. Чё, какие тут места есть, Томас? А, я не собираюсь. Нет. Не думаю, что тебе нужны направления, чтобы найти Телер Аньон, да? Если войдешь в Аньон Рун... Это северные ворота. Ты пройдешь мимо Ирели... химический магазин Ирели на Трион. Слева и... какую-то пляшущую кружку в гостиницу. Она будет справа. На конце улицы. Развернись. А, нет, заверни за какой-то средний блок, и ты пройдешь между храмом и... сторожевой башни. Оттуда продолжай по южной улице, ты пройдешь. Какой-то еще лечебный дом, слушайте. Это приятно. Ну, раз уж я сюда зашел, я, наверное... Да, пора перенарядиться немножечко. Так что нельзя две вещи назначать сразу на одну горячую клавишу, я бы... Стражник, может, будет более любезный. Speak, traveler. Ну, похоже, тут у них никого, кроме лорда-то, и нет, да? А, вот, я потому что кроме шапки надеваю же еще амулет привлекательности, когда... Здравствуй. Spell Sword. Мастер Митрос. Все назвали его просто мастер. Все так боятся, но это не так. А, ну это я, в принципе, слышал уже, да. Ладно. Что читаем? Руины Кемелзе. Да-да-да. Популярная тема в этих краях. Speak, traveler. Привет. Тут довольно мало книг рейдерпилских встречается конкретно. Не знаю, какие у тебя дела, но... Не беспокой мастера Митроса без лишней необходимости. Да. Ну, вы знаете... Speak, traveler. Меня, конечно, плевать с высокой колокольни на этого лордика Тилуани и вообще на все Тилуани, на всех. Но с другой стороны, я не хочу, чтобы он даже имел какую-то потенциальную возможность сейчас нагрузить меня еще какими-то поручениями. Вот. И я, пожалуй, постараюсь Тилуани не бесить лишний раз, потому что предполагаю, что сам когда-нибудь могу вступить. Так что так. Чё пишут? Раньон Рун. Раньон Рун. Спасибо. Понятно. Здорово. Кобин Делас. Это Раньон Рун. Могу помочь? Да, давай, расскажи, кто тут интересный. Целительница, алхимик. Что, про шахтеров что-то? А, спасибо. Так, услуги. Ну, мне, по сути, ну, алхимик, да, и... Ну, в таверну можно зайти перекусить. Я на самом деле... О, а ты неплохо тут можешь... Может, шлем купишь или... А, очень жаль. Чтоб тебя сбагрить-то. Так, лишние свитки я уже выкинул. Сердце Гуля. Давай, наверное, ты даже это не возьмешь. А что ты вообще берешь тогда?
черт эдакий. А, божечки. Ну, только мусор, да, всякий. Ну, давай, ладно, монеты две мерзкие бери тогда. Ключ у тебя бесплатно. А, ты ж не возьмешь. Камни душ давай, кстати. Немного бартера в студии. Ну что, смотри-ка, еще не хочет. А, вот, я не особо намерен тут. Хотя, блин, может тут каких-то эпичных квестов-то и не предвидится, а? Ладно, что слышно это тут? Синсал Недрием пытается побить его соперников. Распространение какой-то там... А, с помощью распространения слухов и лжи. Ага. Невуса Локасин и Релинатрион. Они уже годами в городе, но Синсал, похоже, выиграл какие-то голоса уверенности. Интересно, как это все закончится. Так, это кузнец, да? Местность, экономика. А, эта часть Байтийского хребта называется Малкатх, горы Малкатх. Они полны пещер, как естественного происхождения, так и выкопанных вручную. А Малкатх — это... один из древнейших, одна из древнейших населенных частей этого региона. Но большинство народа предпочитает жить, ну, в более комфортных местах в наши дни. Раньон-Рун — это единственный город. Но ты можешь найти Сарвани на север и Ашамул на восток. Две троглодитические деревни. То есть там ничего интересного, наверное, не найду, да? Ладно. Другие пещеры в Малкадах — это всего лишь дома для монстров, бандитов и всяких бешеных отшельников. А экономика, значит, у нас центрирована вокруг бонитовых шахт, но некоторые бизнесмены, ну, торговцы, в общем... Да, бизнесмены делают свои бизнесы здесь. Сирауада предоставляет великие возможности для торговли с другими поселениями. Но в последнее время экономика идет на спад. У нас нынче тут тяжелые времена. Блин, ладно, давай, рассказывай. Да-да, видишь ли, доход от шахт. Центральную, в общем, центральная вещь местной экономики. С ними все плохо, короче. Мастер Митрос, похоже, очень этим озадачен. Окей, это интересно. Пожалуй. Чтоб тебе что-то продать-то особо. Денег особо у тебя... А, ну хотя вот можно это продать, да, и молотки взять взамен, не знаю. Не забыть ими пользоваться. Отчаянно пользоваться ими. А, подожди, подожди, еще расскажи, что тут... советы, секреты... Если тебя ранили, возможно, хорошая идея остаться в районе Джуни и восстановиться, прежде чем отправиться в дорогу. Секрет. Галдаси Тендас, местный вор. И местная. Да, она. Короче, арестовать ее — это будет лишь тратой времени для стражи. Давайте вернемся к нашим баранам, алхимик. А чё так мрачно-то у тебя? О, здрасте.
Та-та-та-та-та. А, подходи, органянин. Зелья, ингредиенты, аппаратура, все, что тебе нужно. Хорошо, значит, что... Не все слушают бредни этого свита. Не хочу об этом говорить. Да ладно тебе, ну давай. Давай немного тогда поторгуем. Ты, видимо, не в настроении сегодня. Начнем тогда действительно. О, довольно много всего. Каменный кристалл, каменный кристалл. Не, ни черта нет. Ни черта. Так, денег у нее 500. Так, что? Коммуника. Морозная соль, соль пустоты. Ягод белладонны. По-моему, это все, что может у меня восстановить ХП. Двести маны, да? Ну ладно, давай. В принципе, у нее одна коммуника, что я тут считаю? Считать что-то вздумал. Шкура скампа. Так, а нет чего, шкура есть? Ни черта. Похоже, придется подстрелить того чертового нетча. Печенька, давай печеньку. Это в целом не так все интересно. У меня довольно много, кажется, зелья восстановления ХП, которые я сам себе наварил. Не знаю. Ну, давай немножечко. Того, немножечко сего. Возьми еще жемчужинку. А, подожди. И так. Вот так и... О, отлично. Давай о другом о чем-нибудь поговорим. Тогда о себе расскажи. Ну, я в доме Тилвани состою. Хорошо, понятно. Чего слышно тут? До меня все еще доходят слухи, что дочь советника Хлаалу вовлечена в какую-то противорабовладельческую деятельность. Ей лучше подальше держаться от Тилвани. Ну да, это все коррелирует с тем, что я вычитал в книжке о законах Данмеров, что у Тилвани в принципе нет законов. Гражданские свободы. Ну, рабство, конечно, да. Рабы — это собственность. Совет секрет. А, так, ну что, пора... Включать свое обаяние на максимум. Что-то не очень сработало. Ой. Я такой, а ну говори, а то сейчас ушатаю этим дайдрическим молотом по твоей тыкве. Выкладывают, что там за слухи такие распространяют про тебя нехорошие. Так, это все Синсал Недрим, только не бей меня. Он находится в танцующей кружке. Этот маленький свит прибыл сюда несколько месяцев назад и начал рассказывать всякие возмутительные вещи. Конечно же, это все ложь. И направлены они на меня и не в Усалакасин.
Он мечтает о том, чтобы вытеснить нас из бизнеса и стать единственным продавцом зелий в Раньон-Руне, но... Мы ему отомстим рано или поздно. Скажи, а ты не мог бы помочь нам избавиться от этого самозванца? Ну почему бы и нет? Зря, что ли, тебе угрожал тут? А, великолепно. И тебе нужно сделать кое-какое... расследование, чтобы потрясти его, кое-что выяснить. У него тут довольно сильные нервы, и он не остановится, пока он не останется единственным алхимиком в городе. Поэтому тебе нужно быть жестким. Ну не начинай парную драку. Стража этого не потерпит. Лучшее, что ты можешь сделать, это поговорить с ним и выяснить. Не сможешь ли ты выяснить что-нибудь интересное? Ага, понял. Так, танцующая кружка. Как его зовут? Как сенсация. Ты меня сейчас не будешь любить совсем, да? Ладно, я ж тебе помогу. Ну, не так уж и трудно было, да, скажи, вот сейчас. Высказала мне свои беды и печали. И легче стало, а? Не правда ли? Эх, наверное, не сработает. Может, не в ус, а что расскажет еще? У него тоже какие-то ингредиенты есть. Прошу прощения, чужестранец. Я была отвлечена. Знаешь ли, эти сплетни... Что этот целитель сможет для тебя сделать? Что такое у тебя происходит? Сенсал Недрием, этот парень в танцующей кружке, он распространяет сплетни про Ирели и меня довольно уже долго. Ирели хочет дать отпор, но я нет. Сенсал очень доставучий парень. Он сделает все, потому что ему нечего терять. Но зато мне есть чего. И я предпочту отойти в сторону. Да ладно, чё ты так? Особо больше нечего рассказать об этом. С тобой можно потренироваться. Слушай, а чё мы тренируешь? Так, мистицизм. Прям то, что надо. О, вот сейчас я тут силу воли-то прокачаю у тебя. Alteration, restoration. Да, это надо прокачать, всё. Заклинание можно сделать. Так, а в принципе, чего мне не хватает? Ну, давайте попробуем. Вот левитация сколько будет стоить на себе? Блин. Вот я не понимаю, ну. Вот левитация. А, вот это на себя сейчас. Нет, подожди, вот. Вот сейчас на себя. Длительность на минуту хотя бы. Не, оно того не стоит. Получится дорого и неэффективно. В плане затрат маны и так далее. Ну, наверное, ничего особо интересного тут. Ладно. Давай поторгуем лучше. О, зачем я продавал-то той... 2000 денег? А каменный кристалл есть? Нет? О, ягоды белодонны, давай, конечно. Соли пустоты. Каменного кристалла нет. Нет же? Нет. В общем, да, не туда я продал ступку и пестик. Ладно, зато сюда, наверное, продам вообще... А, у меня же еще вампирская пыль, куча прям. Прям куча ее.
Не, ну тоже неплохо, избавлюсь от вот этого всего, да? Надо не забыть про печеньку. Сердце гуля. Так, черту сердце гуля. Шкуру дедра туда же. Винтажный бренди, кстати. А, подожди, не-не-не-не. О, у меня же есть бренди Дагота. Зачем я это все делаю? Давай. Вот, парочку, да, сразу. Отлично. Так. Ну давайте, на всякий случай я еще тут пробегусь. Чабаша. Вот по этим топикам. Лор Моровин, да еще спросим у нее. Вот вообще так, чтобы убедиться, что я ничего тут не упускаю. У меня такое ощущение, что тут всего по одной реплике для вот этих топиков. Слухи, совет, секрет. Все об одном и том же толдычат, хотя... По-моему, если я не ошибаюсь, друзья, в ванильных поселениях Моровинда все немного иначе. То есть на слухи разные товарищи отвечают разные вещи, да? Тут как будто не хватает персонажам местным диалогов. В принципе, разработчики Tamriel Rebuild об этом частенько упоминают, что... Ну, одно дело сделать экстерьеры, то есть местность, да, там, и, может, интерьеры, там, внутреннюю местность. А вот диалоги и квесты — это проблема. Заполнять это все этими вещами. Местный мастер. Нитовая шахта. Храм и таверна. Маленький городок. Услуги тут... Так, можно выпить Тамеля. Окей. Я к тебе зайду сейчас снова. Мне надо в таверну действительно в эту сходить теперь. Наверное, это она. Она очень похожа. Тут даже можно снаружи перекусить. Давай-ка, накрывай. Добро пожаловать в танцующую кружку, Холмс. Каждый посетитель здесь король. Возможно, хочешь еды, напиток. У нас есть кровати, если хочешь. Пожалуйста. Постарайся не привлекать внимание Хасилиуса Брана. Это имперец внизу. Хасилий, то есть, так получается. Он нарисовался не так уж давно... Весь облаченный в эту тяжелую броню. И мы думали, что он какой-то рыцарь на миссии. А теперь мы пришли к пониманию, что он всего лишь пьяница в жестяном костюме. Который он наверняка продаст в скором времени. Почему? Потому что у него деньги кончаются. И я не собираюсь давать ему выпивку за бесплатно. Должна признать, по крайней мере, проблем он не вызывал никаких. Но... И помочь ему тоже никто не мог. Да, все то же самое. Давай. Вот это богатый город, кстати, мне прям нравится.
Винтажный бренди, пожалуйста, забирай. Древский воск. Жемчуга забирай все мои. Слушайте, наверное, даже вот так сделаем. Изумрудик. О. А, да, давай, пожалуйста, мне. А, что-то как-то у тебя не очень по еде. Давай, скатл. С хлебушком. А, даже не хочешь, смотри, какая. Так, ладно. Два таких тогда держи. Этим перекусить остается. Отлично. Я даже плюс-минус выдерживаю график питания. О, это что у нас тут? На тебя тут, кстати, жалуются все, дружище. А, черт, я ж не помню ни черта уже, как в это играть. А шестерки можно убирать, да? Нет? Нет. А что, единички можно убирать? Сейчас я по-быстренькому солью. Так, двойку, наверное, можно сюда. А, так, это можно вместе перетаскивать. Пятерка на шестерку. А, вот, кстати. Ага, вот шестерка лежит здесь, это замечательно. Прям то, что нужно. Тройка. Тройка идет сюда. Единичка на двойку сюда. Шестерку. А, что нет? А, вот. Что-то даже получается. О. Тут уже есть шестерка. Тройка, да? Тройка у нас. О, нормально. Да сколько можно про Гуара это рассказывать? Боже мой! Ну ты пристал вообще. 10 000 раз про своего Гуара рассказал. Так, сейчас солью, черт возьми. Сюда. Единичка сюда. Пятерка. Сюда. А, вот так бы сделать, конечно. Ну, я, кажется, слышу, как там вышагивает этот имперец. Пятерки тут нет? А, вот есть, подожди. А, ну да, она синяя тоже. Ну все, похоже, это поражение. Тройка, четверка. Боже, короче, проиграл. Давай рассказывай, что ты такой мудень. Если выпив калаши не то, что тебе нужно, возможно, мои зелья подойдут. Я алхимик и спеллрайт из великого дома Тилвани. Понятно, по тебе видно, по твоему отношению ко мне тем более. А что там у тебя? Только для члена фракции, да? Хоть ты мудень. Так давай, выкладывай, что ты.
И рассказывай, давай торговать теперь. Все еще не хочешь? Какой ты мудак, а? Ну и что ты там рассказываешь? А, я понимаю. И Невуса, и Рели так тебе сказали. Послушай, Органянин, я в такие дела не влезаю. Я всего лишь зарабатываю свои деньги через честный труд и... достойный сервис, который я предоставляю. Это не моя вина, что мои конкуренты не могут выстоять. Хасилий Бран. Он еще никому не повредил, но это не делает его приятным человеком. Я бы хотел, чтобы кто-то избавил нас от его присутствия. Возможно, ты станешь таковым. Я тогда за тебя. Но я тут не вижу никаких еще реплик с ним. И Рели, и Неуса продают бесполезный хлам. Ну, это странно. Если он продает только членам фракции, то ну, ему трудно конкурировать с ними. Это недочетик. Ну, представим, что я просто не стал у него ничего покупать. Иди, вини еще кого-нибудь. Ну, да, он так просто, конечно же. Так, может что-нибудь другие товарищи про него скажут? Нет. Ладно. Зачем ты ушел в ковер, друг? Стой! Сильвестр. Я имею в виду... Ты! Хочешь мне что-нибудь купить? Я не хочу платить. А, конечно, вот те денежки. Эй, спасибо! О себе? А, ты имеешь в виду декорация? Да, великолепно. Все двойное. Что-то, короче, у него уже путаются слова. И о чем с ним говорить? Расскажи о себе. Чем занимаешься? Чем занимаюсь? Короче, я его рассмешил. И, короче, дальше в таком духе. Слухи — это плохо. А, конечно, а совет — это... Не трогай мою бочку. Я тот, кто расскажет тебе... Не расскажу. Мастер Митрис. Кто? Никогда его тут не видел. Раньон Рун. А, неплохо. Тут хорошая выпивка. Так. Самообслуживание, говорит. Я не официантка, самообслуживание. Солсхейм, отличное место. Мед течет постоянно. Кто-то конкретный. Алаша, да, она. Снова вернулся. Не,
хочешь ли прикупить другу еще выпивку, а? Да, держи. По 5 монет, чё, немного. И долго так с ним можно? Чё-то пока не особо... Давайте, доведем до сотки. Изменится ли что-то? Ну, на еще. Ну, ладно, это... На какое-то время еще он продержится на плаву с этими деньгами, которые я ему дал. Ну и посмотрим, что можно дальше сделать. Ну давайте пока закруглимся, пока что достаточный такой обзор города, я считаю, был произведен. В храм и так далее лезть я не буду, смысла не вижу. А, надо не забыть потренироваться у алхимика. Вот, и да, продолжим в следующем эпизоде смотреть, что тут можно сделать. Я все-таки решил, раз уж я здесь... Сейчас по-быстренькому это все сделаем. А то действительно, когда и при каких обстоятельствах я здесь еще окажусь, черт знает. Вот, ладно, друзья, спасибо за ваши просмотры, за лайки, подписки и так далее. Можете писать, что думаете. С вами был Сэр Холмс, и всем пока-пока.